Одноруких бандитов утилизируют. Сотрудники прокуратуры совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями передали представителям Росимущества 90 единиц игрового оборудования. Год назад оно было конфисковано из магазинов, подвалов, кафе и торговых центров городского округа. За 12 месяцев владельцы игровых автоматов не вышли на контакт с прокуратурой, поэтому аппараты признали бесхозными. Сегодня происходит мероприятие по изъятию конфиската, который был ранее конфискован сотрудниками полиции и сотрудниками прокуратуры. По решению Химкинского городского суда сегодня будет конфисковываться игровое оборудование и передано Росимуществу для последующей утилизации. Теперь представители Росимущества в недельный срок уничтожат конфискованное оборудование.